Участники конкурса по броскам сверху на ваших экранах представлены. Ну и самый молодой участник, 19-летний Петенев. Вторая попытка, и здесь все заходит. Восьмерка появляется в руках у Илоны Корстин. Восьмерку ставит Сергей Иванов. Кирленко еще более строго оценивает эту попытку, но уравновешивает Иванов, который дает девятку. Александр Петенев, его попытка с каждым разом все сложнее и сложнее взлетать в воздух. Тут такая взрывная нагрузка на мышцы, но он все-таки заталкивает этот мяч. И десятка, ну, за усердие, как минимум. Совершенно понятно и заслуженно. И несколько десяток все-таки получается. 48 баллов. Щедро мы видим Коллинса и Петенева, да, в финале. В финале Александр Петенев и Костин Коллинс. Петенев. Очень мощный выбор. Неплохо. Неплохо. Владимир Стач Родионов, наверное, сейчас доволен. Смотреть на своего воспитанника, у которого есть реальные шансы победить. Так что не исключено, что потребуется еще дополнительная попытка для определения победителя. Из-за лицевой протаскивает под ногой с первой попытки. Петенев колотит сверху. И это полтинник, похоже. Нет, девятку дает Андрей Кириленко, все-таки оставляя шанс Коллинзу побороться. 97 результат в финале. С результатом 97 баллов в финале побеждает Александр Петенев. Я знал, на кого ставить Сергей Николаевич. Да, тут непредсказуемо, но скажу так, что жюри было щедро. Поздравляем молодого баскетболиста. Надеемся, все у него впереди, все будет хорошо.